На спортивную площадку без тренера, но с мобильным телефоном. Отсканировав QR-код, на любом из тренажеров можно получить комплекс упражнений и заниматься самостоятельно. В Свияжском районе Ульяновска открылся умный спортивный объект. Я живу здесь совсем недалеко. Тут открыли прекрасные тренажеры, и сюда можно приходить, заниматься. Еще есть инструкция специальная, какие есть упражнения. Будем ходить сюда заниматься спортом. Новая площадка открытого типа многофункциональна. Она включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, различные тренажеры для общей физической подготовки, а также турники, детские скалодромы, волейбольную и баскетбольную площадки. Площадка современная, по размерам, стандартным размерам, покрытие хорошее. Единственное, что немножко нужно прикрыть стойку, закрыть, чтобы дети не налетели на эту стойку чем-нибудь мягким. Несмотря на то, что площадка расположена на территории 6-й спортивной школы Олимпийского резерва, заниматься на ней смогут не только воспитанники самой школы, но и жители всего Засвияжского района. Ведь строили объект, можно сказать, всем миром. Площадка обошлась более 40 миллионов рублей. Это областные, федеральные, муниципальные средства. Я уверена, что данные средства были потрачены не зря. Это достаточно привлечет большее количество жителей нашего микрорайона, города Ульяновск, к регулярным занятиям физической культуры и спорта, а также привлечение населения к выполнению нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Церемония открытия нового спортивного объекта уместилась четверть часа, и сразу же для площадки наступили будни. Свои тренировки провели баскетболистки и волейболистки. Михаил Сашанский, Управда ТВ.